оборонять надо его или это как? Нам убить все, что там есть. А, окей. Да, так что. Не выходить там. Наверху сидит, они... на этом, на. Они на ратуше, на ратуше. Ратуша? Да. С часами здания. С пожарки где-то лупят. Этих тоже убивать, которые там стреляют? Да, всех убивать. А, точно. Где-то, а, где-то кто-то стреляет так, за этим самым. Так, я лучше этот возьму. Под забор. Ранен? Пашу, подавляй его. Вроде его ранил один раз. А вы медицину взяли или там, по-моему, медицину вроде? Взял. У меня отдышка лютая, надо выдохнуть. Один в этом ресторане сидит на двух, во втором этаже. А стекла бьются, я могу туда закинуть гранату? Да. Все, сейчас он умрет, смотрите как. Мне кажется, ему хоть. Ты жесток. А кто внутри ресторана? Сейчас я внутрь зайду со стороны барменской стойки. Гранату кто? Я кидаю. Кто-нибудь внутри, внутри уже есть? Да, я сюда. На каком? На первом, на втором? Нет, на первой, на лестнице второго. Комнате, за барной стойкой. Я за барной стойкой. На лесенку выхожу. На лестнице второго. Я вас убью! Двое убиты, понимаете? Я двоих убил! Живы есть? Не понял, а как я? Я его заглядывал, его не видел его. В другом отеле воевали. Да не в этом. Да не в этом отеле. Да в этом отеле. Просто отель вот этот повернутый. Точнее не отель, а именно часовня. Чё, Паш, мы захлебнулись. Я говорю, я в комнату заглядываю, я не видел его, он где был, в углу что ли там? Он после комнаты сидел, то есть просматривал. То есть заходишь, проход, и там еще комната, и он, получается, видел тебя больше. Так же самое, как у меня с Рексаром получилось. Ну я вот в эту комнату маленькую заглядываю, я не видел его. Он в углу сидел, где коробка, ну, как сейчас сидит? Да, скорее всего, да. Потому что ты его, получается, не видел, а он ближе сюда к углу был. Mm-hmm. Ну все, то есть. ПЗ, в другом же отеле, по-моему, была всегда это. Война. Да в этом. Да не в этом, да была в этом, выделена, зайди, за отелем. Давай. Заткнись, собака. Ты не врежься. Да я это, почти получил права. А куда тут я забыл? Слева, лево, 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 лево. Вот она, зеленая вывеска. Свои, блядь, ой, сука. Твои. Ты вообще живой есть? Патрона там можешь взять, не знаю, что надо. Оружие взять. Ни хера у тебя РПГ, это откуда вообще? Ооо, что вообще в перебор, блядь, это не миски РПГ. Максимум муху можно. Правда, стрелять нельзя. Дыму нам кинули, дым. Сейчас подниматься, скорее всего.
есть чем перевязать? Есть, есть, есть. Привяжи меня. Ничего. Держи вход. Сверху свалился. Сверху что? Да, ну он на половине полз, короче, отпустил, короче. А у вас в дробашах поле или... У меня вообще дроб взял, и на него патронов не было. А все, рубите, по идее, все. У меня нету там никого больше. Один дутуз. Он не там вообще, не? Откуда меня убили? Да это вот Гонза, по-моему. Паша, тебе граната и ранила вообще? Да. Да, я, ну, я успел убежать, чтобы меня не убило. Я там план капкан делал, для тебя Аздоник там вышел, блядь. А, Детус еще. Все уже, он у них в зоне. Не? Он опоздан, ты чуть живой, блядь. Не в зоне это, не в зоне. Еще бара, а еще будут игры какие-нибудь? Так он не в зоне бара, не? Ну, там нет, триггера нет на захват бара. Просто так воевать? Да, это место встречи. Паша, у тебя КМ торчал, поэтому я вышел, начал сразу стрелять. Мне понравилось, как Тру выглядывает одна головами, ляпнул он сразу. О, Паш, знаешь, что я чуть не забыл, хотел себе скинуть. Там, помнишь, мы гоняли прикольную штуку, этот, какого... Hearts and Mind, короче, там новые версии выходили, надо загрузить. Коопчик. Не помню. Ну, коопчик, помнишь, такой типа да, помню. Такой весенний. Давай лучше. Да ладно. Паша, мне, меня лагало. Аздоник кричит, свои, свои. Потом да выходит, сука, голый бегает, пидорас. У меня вообще, я взял дробовик, а к нему вообще пули никакие не подходят. Еще Рексар, по-моему, Гонзо убьет, с пистолетом воевать. Ну, надо еще тупо гражданских, короче, повытаскивать, чтобы были всякие гражданские. Ну тут и таких хватает. Да ну какие-то вообще вообще. Ну это бандюган. Мы сейчас тут сыграем гамбит. Да какой? На какой карте? Ну сейчас. Бы чё убили. Ага. С пистолета. Да. А чё это пистолет с 9 мм? Всё, а ты это... Чё они КМ не возьмут? Чё они с этими куколками бегают? Ненадёжный он. Ты же не АКМ, по-моему. АКМ? Это что-то подобное. В смысле? Ты что, думаешь, что надо захватить ресторан, кому не надо? Заткнись. А у Рексара, у Детуза РПГшка уже использована? 8. Да. И куда-то отстрелил, непонятно куда ее.
Даже взрыва не было. Под себя, да. Сходил? Ну да. Вот там опоздан, смотри. Опоздан Томосенко? Да. Какая гонка. А чё, Рэкстара забанят, кто знает? Блин. Так господи. Томосенко, как ты вообще выжил, блядь? Ты там сдох, не дохнул. Ладно, не выжил, я с крыши навернулся. Ну вот. Что там, Талибан? А почему Талибан бегал на улице? Ну, а чё ему делать? Опа! Конца поймал маслину. Ляпнули. Ну сколько ему ляпнули, бля. Да тут там кого-то на фургазе. Да он впитал еще две пульки. Я, короче, как-то забагался, и этот самый. Я сидел сам. Да очнулся, глянь. Тебя еще ляпнет ему с двух. Ладно, я отойду, короче, ребят. Куда это? Так, через минуту пошел. А ты тут поймал пулю, что? А Вадим, кстати, там засел. Он меня убил, блин. С пистолетом же, знаешь. Да. Я увидел Талибана такой. Думаю, позор? Блин, это этот... кто за нас был там? Труха? Нет, не Труха. Кто за нас был? За этого играл. Я был Талибан. Ты был Талибан? Нет, я имею в виду, кто-то у нас был в... А, ну нормально все. Так вот, вижу какого-то Талибана бегает. Я такой, вспоминаю, что в прошлой катке я единственный Талибан был. Я был за защиту и просто разрядился, и меня Адути за это сказал. Больше Талибана. Да, надо. Я Талибаном был вроде. Угу, нет, ты не был Талибаном. Был. Был? Серьезно? Да. Интернациональ хотел. А, нет, именно белый, чисто белый. Посмотри, а откуда да, лесенка на этот интернациональ хотел? Не было что ничего? Добавил. В купе, что ли? Да, в редакторе добавил. А, в редакторе? Или в купе? Мне кажется, в купе расширение, типа. О, нашел Гонзо калаш. Да нафиг он нужен? Да он с дробовика херачит. Кстати, в третьей армии есть дробь на дробовике? Конечно. Кто бы знал. Это что-то я смотрю, слаги. Чисто по стенам долбить. Путку. Да? Нихуя себе, блядь. Слепенький, что ли, опять? Всё. Да. Где всё, ГГ, победа. На часовне он там всех убил с ним, двоих.